Ахмед Усманов, чемпион России в 79 килограммов. Я думаю, что ты счастлив, но вопрос у меня будет, так как это не олимпийский вес, что ты думаешь про 21 год и в какую категорию ты будешь двигаться? Ну, так как у меня вес уже большой, ну, на 86 у меня вес маленький, так как 81-2 килограмма у меня. А на 74 я боролся с таким же весом. Ну, гоняя столько килограмма, уже не получается валим. Так что я думаю, уже в дальнейшем тоже 79 дальше бороться. 79. Да. А как же мечта главная? Ну, мечта... Ну, сперва 79 попробую, мир хотя бы что-нибудь выиграть. Я всего лишь Россию выиграл, не олимпийском весе. Сперва, если хотя бы мир что-нибудь, если выиграю, уже посмотрим в дальнейшем. Как с тренером уже решим, какой, или спускаться, или там подняться, это уже посмотрим дальше. У каждого спортсмена, который приходит на соревнования, сегодня ты пришел, есть как бы такое чувство, ты вот в хорошей форме. Ты вообще чувствовал, вот был у тебя, Бог тебе говорил, что сегодня твой день, и у тебя все пойдет хорошо? Ну, я чувствовал, что день, ну, сегодня мой день, что у меня, вот, ну, получится, да, если я постараться. Ну, не чувствовал, что я вот в форме, да, на 100%. Ну, было такое чувство, да, что сегодня получится уже с третьей попытки выиграть. После того, как стал чемпионом, хочется еще больше заниматься, тренироваться или расслабишься? Ну, это, конечно, чемпионом в этом году стал уже, чтобы в дальнейшем это же тут это сделать. Нам уже спортсмены уже будут по-другому настраиваться. Конечно, надо двойне-тройне тренироваться сильнее, чтобы этот титул защитить. То, что ребята, земляки так удачно выступали, это стимулирует самому бороться классно? Это, конечно, когда видишь, и за остальных радуешься, вот на пьедестале, на весе все земляки были наши. Из-за этого за них тоже очень рад. В финале, который мы с ним вместе участвовали на сборах перед Россией, вместе в комнате жили, и мы с тобой так говорили, на России в финале встретимся, и вот так, то, что суждено, да, в финале встретились, и этот раз удача была на моей стороне. После схватки что ему сказал? Я сказал, извини, вот так сегодня мой день, завтра может быть твой. Так что извини, так получилось, что сегодня подняли мою руку. С кем-то из домашних успел уже пообщаться? После финала, ну вот братья мои, вот здесь два родных брата, старшие здесь. А так с мамой, так остальными нет. Родные братья здесь. Ну что ж, я желаю еще удачных выступлений, чтобы... Никто не сказал, что это случайно было, правильно? Да. Надо в дальнейшем на мире. Надеюсь, тоже золото будет.